Погоди, я тут Сантей снимаю. Он 90 килограмм жмет. Сань! Сантей, как тебе 90 килограмм жмется? Нормально? Нормально. Все хорошо. Игорь Васильевич, зачет нет? Начинается обед. Костян, колбасит что-то. Костян. Понятно, Костян колбасит, он кофейку выпил. О. Поехали. Кофей. Вот тоже жмет. 50 килограмм. 50 килограмм. Страшно ты как. Костенький. Господа, как у вас настроение? Огонь. Приседовые. Игорь Васильевич, Костян поприседать хочет. Что Вот. Господа, чего-то тут обсуждают. Чего вы обсуждаете? Локоть? Да. Чей? Локоть. Ну, мне нужен локоть. Новый. Новый, да? На Алиэкспрессе заказать. Да. Думаю, выпускают эти запасные части. Модель какая, устаревшая или новая? Да нет, поновей надо уже. Поновей? Конечно. Какую-нибудь титановую? Боюсь, за 20 лет это последний. Последний титан? Обстоятельства. Рассыпался. Вряд ли запчасти есть. Последний титан рассыпался. Виктор Васильевич у нас сегодня какой-то это невеселый. Да, Виктор Васильевич? Молчу. Сантей, сколько жалко? 57. Вот, Сантей, пожалуй, чуть-чуть. Немножко. Он просто ухи на зиму, как и окна, заклеивает. Чтоб, как говорится, Он? Да, наверное. Чтоб сопливая простуда не туда и не оттуда. Вот, его даже с двух камер сымаем. Ругается что-то. Бедолага, наверное. Да. Болит все у меня. На кнопки нажимать на работе устал. Константин Евгеньевич, мы вас с двух камер снимали. Вам это понравилось? Будешь должен. Да, будешь должен. Понравилось.
Ну, ваши комментарии. Видишь, новый локоть. Новый локоть. Это ты где? Алиэкспресс быстро работает. Быстро работает. Моментально. Так. Сейчас мне еще маленечко поприседать. И тут еще товарищ Константин пришел ко мне. Когда вы мучили его? Вот. Вот он начинается сразу прям классический присед. Такой же, да, 155? Тут все. А? Ну, да. Я же тоже сам. Константин, расскажите, пожалуйста, как вы... Классический присед? Как вы достигли таких, да, таких результатов? Ну, приседай, да приседай, тренер говорит. А еще чего? Нам тренер? Запрещай. Вот. Да, Сан Саныч? Естественно. С новым локтем-то можно же застабилизировать все. Он, посмотри, как Константин приседает. Классика. Богато, богато, Константин. Все. Приседаешь. Хорошо, да? Да. Дай бог каждому. Вдвоем за это гарантию хватать, пройти. Три, четыре. Жизнь. Дай бог, я думаю, все равно. Дмитрий Александрович, ваши ощущения? Помогает? Все, как дети в школу. Правильно? Естественно. Нет, давай, знаешь что, Сань, сейчас сделаешь. Вообще, сними десятки, накинем, я 60, все равно. Вместе с полтинником. Да, я думаю, 60 это намного больше. Нет, мне потом 180. На стол, и постричь что надо. Сейчас тоже 3 по 2? Сань, а? Сейчас 3 по 2 что-то? Ну, пойдет. Давай, молодец. В школе, мне кажется, всех уже сделали. Никто даже, блядь, 5 раз подтянуться не могут. Мат, прикинь, позорить. Молодец. Давай, давай, давай. До 10 скоро дойдем. Что, не можешь отталкиваться от коня? Константин, ну чего? Как у тебя чего? Да. Чего, как у тебя еще, чего? Еще пара подходов и болевать начнем. Ну, у нас тут есть куда, если чего. Если бы на 10, то вообще бы прям тут сдох бы. А сколько там, 60? Тут хоть на 2, да. Вот, Константин присел 160 килограмм, называется. Вот так мы потихонечку набираем нашу суперформу. 462 не загорает. Я не спрашивал у нее ничего, я его слизок не тяну. Вот, Макс пришел. Что-то ходит, что-то хочет. Макс, ты что хочешь? Зачем тебе шли? Во сколько в субботу стартуешь?
Вот. Пошли размышления. Че, куда и кого. Вот. Дмитрий Александрович пошел поприседать. Маненько. Сколько там? 100 килограммчиков. Разминаемся. Вот. Стратеги. Стратеги тут такое. Собрались. Соображают. Ссылку на его страницу дай. Что-то. Нажми на его страницу. Ну, Дмитрий Александрович, как? Пойдете? Ну и хорошо. Дмитрий Александрович, вот Константин Евгеньевич хочет присесть 180 килограмм. Да. Ну вот надо вот это как-то прокомментировать. Ебать! В принципе, он и это сам комментирует. Да. Так, если между нами. Вот. Чуть ниже возьми. То не видно. Классический присед. Классический Костянов присед. Константин. Ну что, она тяжелая, пиздец на плечах. Вот. Можно, в принципе, отказаться от комментариев. У тебя присед или наклон еще? Я тяга. Тяга. Тяга к железу? Все, пошло дело, пошло вот дело. Парень, а вот это красавчик, да? Но! Наш парень-то, блядь. Дмитрий Александрович. Ну хватит, я стесняюсь. Стеснительный какой. Ну. Покраснел весь. Подожди сейчас, волевое лицо. Перед подходом. Харизма. Харизма, да. Покажи харизму. Нахуй, какая харизма. То левая сися зажила, а правая сися никак. И? Все, я не скажу больше ни слова. А то ты... Все может использовано против меня. А то ты уже и про 462 отболтнул. Все. Это такой, это прикол. Ну, понятно, да, понятно. Так, ну что, я делаю или что? Делай. 70 на сколько? На 2. И все, и потом на 10. Сейчас, вот, сейчас я сяду прям. Прямо вот после, вот, вот сейчас, классик. Он сконцентрировался. Максимально сейчас, смотрите. Не дотягивается, правда, да? И как обычно, в своем классическом стиле. Thank you.
козел, понял? Иди отсюда, все, козел, не расстраивай меня. Сантей, а тебе еще приседать? Да, мне еще пахать и пахать. Красота-то какая. Я-то думал, отожмусь и все на это. Вот. Да, а тут не все. А тут меня обрадовали. Вот. Три по разу. Любит Виктор Васильевич самое такие вещи. Придавило. Да, Сань, я просто здесь начал разминаться, пока вот там собственно. Чего такое? Чего? Ой, Васика. Васика? Пойдем. Хорошо. Пойдем. По курсу Макусалу, блядь. Дмитрий Александрович, как оценим? Давай за 30-30. Блядь, извини. И вновь продолжает с собой. И еще рывочек нам с тобой. Гора пришла. Тренер Сенькин. В «Игре престолов» же он снимал. Русский вес. Ну, как говорится. Как говорится, как говорится. Да. Как говорится, так и пишет.
там не разбивай, оставь. Как хотел? Прям чтобы прям... Чтобы прям... Ты главное, где вам соревновали? Учись, Сашка. Ну, второй раз мне не танцует. Один раз присел, поставил, меня два раза присел. Да, надо было еще и загоравливать. Не, ну, пока сейчас не будем, конечно, такие вещи делать. Мы еще не готовы. Как сильно танцуете? Что? Не очень. Как умею, как могу. Повесил, Сань. Я даже что-то оторвать не смог. Не погорячился ли я? Ну как? Вот Дмитрий Александрович, что ты делает? Дмитрий Александрович, ну тяжко, тяжко, все тяжко. Это, наверное, старость просто. Возможно. Что-нибудь по заболести. Ну, видишь, как прыгает даже, скачет. Что-то слушать там, брат.